печь, полин. Это вот циркуляционный вентилятор на крыше собрали мы. Это тут установлена рама, в принципе, на которой висит тележка. То есть, точнее, в этой печке две тележки. Это вот такой у них подшипниковый узел. Целиком литой из алюминия. Алюминиевый корпус. Здесь есть масленка, чтобы смазывать подшипники. Муфта обгонная. Гайка регулировочная. Язычки для концевика. Рама достаточно мощная. Имеет распущены. Вот. Это дымовая труба. Рядом справа вход воды для пароувлажнения. Здесь канал для воздуха циркуляционного, который внутри циркулируется печи. Это вытяжной канал. Вытягиваются все продукты упека. Циркуляционный вентилятор имеет опечайку. Такая вот крыша печи полин. Ну вот печка полин. Собираем. Вот так выглядит днище. Вот. Каждая железочка пронумерована. Имеет свой номер. И железочку надо ставить на определенное место. Гайки стоят на кирпичах, под низ подсовываем, да, сверху ставим гайку.